Дождь сегодня с самого утра льет. Собирались уехать на рыбалку, но похоже только завтра сможем. Но я по берегу побегал под дождем, несмотря на непогоду, щука ловится исправно. Двор Дитолин. Теплица, парники. Там море цветов, картошка, конечно же, овощи всякие разные. Вот сейчас я вам покажу, как лучше чистить рыбы, какими рыбочистками. Вот мы, моя супруга выписала через посылторг рыбочистку. Вот. Заплатила за нее 900 рублей и еще за посылку сколько-то. Я попробовал чистить, она не чистит. Ну-ка попробуй. Да что она пробовать? Она плохо чистит. А вот рыбочистка моя. Это расческа, которая расчесывает пушнину соболей. Ага. Вот это вот чистит. Вот, смотрите. О! Видите, как она чистит? Не надо ни кипятком поливать рыбу, ничего. Любую рыбу. О! А мы делали, брали досточку, вырезали, в нее гвоздики заколачивали. Ну, это типа подобное. Это же заводская уже, острые иголки, он, как сделано. Вот она, как чистит хорошо. А рыба кровит, к непогоде. Да погоды не будет. Пока вот это вот... Если так, вот тут крепко, нужно наискосок. О, наискосок. Все снимает сразу. Это бы я ее в печку выкинул бы. Рыбочистку. Да уж. По какому принципу она работает, я даже понять не могу. Черт ты. А только это... Торчат штуковинки. Я-то пощупаю я их. Четырехгранные. Они ничего. Да ну хорошо. Или мелкую рыбу, кроме как щуку. Может, какую-то рыбу ей хорошо чистить? Ну, не знаю. Надо попробовать всякую. Нет. Может, она на сома пойдет. Чтоб я. Я шучу. Снимать. Попробовать, конечно. Ну да, точно, Дитоль. Нет, лучше вот этой вот расчески нету. Рыбочистки. А еще есть рыбочистка со вставочкой где-то у меня, собирает туда эти. А, ну я понял какая, она чистит там. Она чистит, да. Вот только я ее найти не могу. Ну и все, и почистил, да, Дитоль? Вот. Даже на животе чистит, снимает он. То обычно надо кипятком глянуть на рыбу, чтобы она хорошо чистила. А это ничего не надо. Ничего не боится, в общем. Вот так. И что? Какой вывод-то у нас? Что не стоит вестись на эту рекламу, да? Да. Это то, что рекламируют, это ни к чему не годное. Лишь бы обмануть. Ну, лишь бы, я тоже такую вот первый раз я увидел рыбочистку. Содрать деньги. Ну, представьте, 900 рублей. Ну, за что? Да плюс за пересылку еще. За 200-300. Больше. Больше, да. Еще в Бамак еще больше, еще 1500. Так, да. 600 рублей за то, что они оформят там все. Ага. Полторы тысячи, блин. Полторы тысячи выходит. А толку же они. Нет, уж лучше такое чистить или гвоздиков в досточку набить. Да. Самое дешевое, гвоздиков набил и чистил. Я покажу такую, у меня есть. Еще старое, еще когда я научным сотрудником работал, в заповеднике осталось.
Покажу, у меня лежит. Вот, я почистил щечку. Никаких проблем. Угу. Дешево и сердито. А расчески такие в охотничьих магазинах продаются. Расческа соболя чесать? Соболь. Да вообще мех чесать. Соболь. Да любую пушнину. Без, вот, без этой расчески соболя не расчешешь. Такая расческа туда не лезет, в мех. Только вот с острыми иголочками, вот такими вот. Можно его расчесать. Вот я когда охотился, вот я этой расческой чесал соболей. А сейчас я уже рыбу чищу. Да ладно, ты ее и ловишь не слабо. Карасей, конечно, она не годится. Да карасей мы показывали, карасей, как чистить. Да, там пальцами в основном. Подделай вперед. Центр, центр. Попал. Попал. Самую лучшую рыбу чистить это вот. Разрезал, развалил ее. Все. Отрезал. Собаки? Собаки. Та была, была бы сыкрой весной. Да? Угу. О, шарма. Да. Сейчас Виктория дочистит. Все, зачистим. Ну, красивая рыбка.